Нихао, друзья. Возвращаемся к теме лайков. I like it. Как получить лайки ВКонтакте так, чтобы они у нас были и нам ничего за это не было? Короткая инструкция. Переходим по ссылке под этим роликом, нажимаем кнопку «Получить» и устанавливаем расширение из магазина Google Chrome. Сразу после этого ВКонтакте возле всех наших фотографий, постов и комментариев появится сердечко с плюсиком. Нажимаем на это сердечко, выбираем количество необходимых лайков и радуемся результату. Также мы можем накрутить друзей-подписчиков на личные страницы, паблики и группы. Для получения бесплатного VIP приглашайте друзей по своей реферальной ссылке, и в случае, если приглашенный установил расширение и пользуется им, вы получаете сутки VIP аккаунта. Проще всего приобрести статус VIP за 200 рублей в месяц. Если вы не хотите заморачиваться с расширением, в личном кабинете вы можете заказать лайки подписчиков на личную страницу, в группу, в паблик за небольшие копейки. Тем же, у кого установлено это расширение, лайки достаются совершенно бесплатно в любых количествах. Рекомендую. Все наши заказы отражаются в личном кабинете. Вот видите, некоторое время назад мы заказывали, они уже повсюду выполняются. Вот 140 заказывали уже началось, и выше, и выше, и выше, и выше. Все это только недавно было заказано. Все, видите, уже лайки уже пошли. Они крутятся, крутятся, оповещения приходят. Можно звук лайков выключить, чтобы не отвлекал, свернуть, и все само собой накручивается. Недавно разработчик пересобрал VIP, теперь риски заморозки вообще отсутствуют. То есть вы можете просто пользоваться расширением и участвовать в системе автоматического взаимообмена лайками. Также вы можете купить VIP. При наличии VIP вы просто заходите, добавляете задание, и все, ваш аккаунт ни в чем не участвует. 200 рублей в месяц — это вообще смешные деньги за неограниченное количество лайков хоть куда. Также обратите внимание на тот фактор, что при наличии в посте хэштегов и достаточном количестве накрученных лайков этот пост попадает в топ по интересным. Поэтому, если вы хотите вывести ваш пост в топ, кроме хэштегов, вам обязательно нужно накрутить некоторое количество лайков. И тогда будет все шоколадно, ваш пост попадет в топ выдачи. Переходите по ссылке под этим роликом, нажимайте на кнопку «Получить», устанавливайте расширение и накручивайте себе массу бесплатных лайков, а также подписчиков в группы и на личные страницы. На этом пока все. До следующих встреч.